Все, все. Пошло, смотри, прямо. Ну. Вот, уважаемый акимат, уважаемые жители города Петропавловска, посмотрите на это все. Это идет с нашего мемориала. Буквально 15 февраля мы проводили 32-ю годовщину вывода советских войск с Афганистана. И это кощунство, я не знаю, как бы его еще назвать, хуже, наверное, когда наши же жители города Петропавловска творят здесь такое. Смотрите, здесь рядом Джусанбанк. Здесь рядом десятиэтажка. Рядом еще один магазин. И посмотрите, что буквально сегодня ночью сделали с венками, с цветами, которые возложили 46 нашим погибшим ребятам в Афганистане. Это вся дорожка из цветов. Их тащили, вырвали венки, которые стояли, возложили. Посмотрите, что здесь творится. Это что такое? Сколько это может продолжаться? У нас нет истории. Я не знаю по ветеранам, афганцам. Вот буквально сейчас только мы поправили уже этот венок. Он был так согнутый, прикрепили к нему буквально этот цветок. Посмотрите, что здесь творится.